нас такой культурный фестиваль имеет место. Сегодня мы дали ему старт. Крестный ход, церковные обряды. В Одинцовском округе прошел фестиваль заслуженной артистки России Натальи Бондаревой «Соборная Пасха», посвященный традициям светлого праздника. Я очень рада, что духовенство с нами, что сегодня они ответят тоже на очень важные для каждого из нас вопросы, потому что вопросов много. Почему нужно ставить свечу в храме? Почему нужно светить кулич? Почему нужно красить яички? Поэтому я очень надеюсь, что сегодня получится такая встреча, где мы друг друга можем просто поддержать своей любовью. Центральное место, где собираются христиане, это храм, потому что участвуют в богослужении, слушают Евангелие. Но также очень важно знакомиться через культуру. К празднованию Светлого Воскресения Христова начинают готовиться на последней неделе поста с Великого Четверга. В преддверии праздника гостям показали фильм об истории крестных ходов и театральную миниатюру «Легенда о Красношейке». Но что же мы должны сделать, чтобы стать настоящими красношейками? Милый мой птенчик, я тоже думал об этом всю свою жизнь. Первый фестиваль «Соборная Пасха» дал старт новым просветительским программам в Одинцовском округе. Организаторы уверены, пасхальный праздник станет доброй традицией. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».